Чувак, стой, мы потерялись. Что? Я не могу понять, что там написано. Потому что это на испанском. Мы в Мексике. Малыш, да мы и вправду в Мексике. Чувак, ты понимаешь, что нужно вернуться домой. О боже, моя машина! Это третье правило Мексики. Всегда будь в тачке. Как мы вернемся домой? Но я не знаю, у тебя есть деньги. Мексиканский орел! Вот дерьмо, у нас ни денег, ни машины, ни паспорта. Мы должны вернуться назад в Америку. Это прям как миссия невыполнима. Вау, как хорошо вы говорите по-испански. Где вы научились говорить так хорошо? На обёртке от буррито и тако. Ваши глаза прекрасны, как звезды. Ты говоришь по-испански? Да нет, я просто все придумал. Спроси, как нам вернуться домой. Мы бы хотели посмотреть ослиное шоу. Красный дьявол! Похоже, сработало. Идите за мной. О, это отлично. Чувак, это место просто сумасшедшее! Бедный ослик! Бедная женщина! Да разводцы здесь все бедные! Братуха, это Красный Дьявол! Не верю своим глазам! Красный Дьявол, где ты был? Нам нужно убить пару уродов! Эй, мне кажется, эти парни отвезут нас домой! Ну, наконец-то! Разыскивается Красный Дьявол, награда пол-лимона! Выглядит неплохо! За оружие, ребят! Это входит в часть нашей поездки? Умрите, шлюхи! Кого мы стреляем? Ты разве не слышал? Проститута! Парни, это кокаин? Кокаин? Нет, это тако и буррито. Буррито! Это буррито! Только для Красного Дьявола! Нас предупреждали об этом! И вправду! Что ты натворил? Быстро садись в тачку! Теперь это наше буррито! Это шикарно! Теперь у нас есть тачка, теперь у нас есть деньги! И самое главное, буррито! Теперь я никогда не буду спать! О, вот говно, чувак! Где мы? Красный! О, нет! Я горячий красный парень, а еще я сексуален. Я хочу схватить ее за бедра, как вкусный завтрак с утреца. Красный дьявол!